I think
stop the thinking, let it rest and I'll flow. Добрый вечер, как слышно? Отличная погода у нас, отличный стадион, все условия для того, чтобы и матч получился на таком же уровне. Буквально несколько слов о комментаторах сегодня. Обошлось без сюрпризов, как ни странно, и для вас... Нужна обратная связь, Ильич, ребят, как слышно? Говорит и показывает дивизион. Сразу супер пошел. Режим. Есть у меня чувак, фаерплей пошел играть. Матч это будет что надо. Спасибо, Георгий. Всегда приятно находиться здесь. Надеюсь, впереди у нас качественный футбол, и команды покажут яркую игру. Хорошо укрывает мяч корпусом. Габриэль Джезус. На экране состав команды хозяев. Голкипер Алисон Бейкер. В защите Видич сыграет Тиаго Силва. Кевин Де Брюйне с первых минут играет Спирло в середине поля. Нападение Диего Фуан вместе с Рафаэлем Лео. Так, нормально. А это стартовая установка гостевой команды. В воротах Ян Облак. Трент Александр-Арнольд начнет с Маркосом Акуни. Сейчас надо немножко подпривыкнуть к одиночному режиму игры. С первых минут начинает это тоже с самое, только... в центре полузащиты. И в атаке Морено сыграет вместе с Габриэлем Жезусом. Только в атаке сложнее. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Взял, короче, Джуда Биллингема. Он сейчас стоит всего, короче, за... Очень ждут болельщики его дебюта, и вот сегодня он наконец-то выходит на поле в составе нового клуба. Как думаешь, что нам ждать от него сегодня? Этот трансфер сейчас обсуждают все, кому не лень. Оно и понятно, этот полузащитник способен вести команду за собой, как никто другой. Опасная атака могла быть, короче, если бы не перехват. Сложно пока. Одному. В защите вроде бы... Ольга Кармонова. В защите поуже надо. Пас на ход партнеру. Вратарь не дает забить, уверенно спасает свою команду. Пожалуйста. С угла подает Де Брюйне. Вот это чудеса в исполнении Облака. Похоже, только ему одному понятно, как он смог вытащить этот мяч. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Да, Бельгем так-то на самом деле карточка. А которая карточка, что там, 90 или 88? Там-то все вообще круто, она 700 тысяч. Габриэль Мартинель. Атака продолжается, уверенно идут вперед. Тем временем соперник перехватывает мяч. Я выбираю вообще самые ненужные решения, и он за них шарит. Давай, Бельгем, хорош. Все, пора забивать. Акунья. Модрич. Не получилось у Модрича мяч сохранить. Тип вроде не хочет. Муса Диаби с мячом. Пойдем. Отлично сыграно, мяч перехвачен. На. Какой момент при равном счете. Вот это момент. Алисон тащит сложнейший удар с близкого расстояния. Но вратарь сыграл, конечно, выше всяких похвал. У него тоже. Здорово Салах пас отдает. Так здорово Облак сыграл сейчас. Очень опасный момент. Блин, и он выручил. Ну, не хватает, как бы, ну, понимаешь? Навешивает углового Де Брюйне. И спасает тут игрок свою команду. Скажем, надежно отвечает. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво. Все самому приходится делать. Хороший вынос, можно выдохнуть. Защиту я молчу, там да, я отрабатываю один. Но как бы... Все равно сложнее. Маркос Акунья. Не знаю, как тебе удается. Пас дальше не прошел, перехват. Отличная возможность все, забить. Погнали. Вот и гол. Диего Фурлан отличился. Классный момент создала команда. Кстати, и он Диего не подвел. Фурлан это и ПК. Что-то за 700 тысяч, что ли? Габриэль Мартинель. По флангу идет атака. И есть тут свободное пространство. Тиаго Сильва разряжает обстановку.
Форлан. Ольга Кармона получает мяч. А когда они пропускали первые? На дальний Салах. Из этой атаки ничего не вышло. Играем дальше. Муса Диаби. Габриэль Жезус. Так, попробуй точно так же, как мы играем. Акунья. У них много вариантов для этой атаки. Главное держать темп. Сейчас больше через центр. Ляо. Бен уже перехватил. Какой финт? Вы это видели? И справляется вратарь с этим. Блин, если бы не облак, уже, наверное, счет был бы давно. Мяч летит в центр штрафной. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. Пирло. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Похоже, гости проиграют первый тайм. Это при условии, что они не смогут забить в оставшееся время. Всего один мяч забит за 45 минут. Это не очень много. Думаю, после перерыва нас ждет более веселая игра. И у проигрывающей стороны будет отличная возможность отыграться и даже выйти вперед. Габриэль Жезус. И великолепно игру прочитал. Хороший перехват. С мячом Диего Фурлан. Мяч у Диего Фурлан. Не застать врасплох вратаря таким ударом. Уверен, он с ним справляется. Классно играет он в этом эпизоде. Это главное. Справляется с ударом Облак. Тьяго Силва. Удар! Вот это спасение! Центр штрафной, пошла подача. Гол! Еще больше они закрепляют свое лидерство. Читалось, что плюс 2 когда-нибудь вот этот заброс на здоровенного чувака оправдается. Ладно, первая игра. Всего одна минута добавлена к основному времени. А когда пасы проходили? Закончен первый тайм, и судья дает свисток на перерыв. Второй тайм начался. Так, а что-то я про заменки-то забыл. Надо бы выпустить бы спасателей Малибу. Высоко они играют сейчас, и мяч перехватили. Можно бить! Все правильно сделал. Вот он, уже момент есть. Додо. Атака на хорошей скорости. Соперника сейчас непросто. Мяч в штрафной. Хорошее исполнение, но мяч. Так, ладно, погнали. Морено свободен на сегодня. Давай по нашей схеме. Мартинелли, да, что-то слабенько. Мяч идет мимо ворот. Свежего игрока в игру выпустят сейчас. В очередной раз нам показывают подтверждение превосходства одной команды над другой. Статистика красноречива, и очень хорошо видно, что, скорее всего, сопернику не удастся сегодня отыграться. Они по многим параметрам уступают. С мячом Трент Александр-Арнольд. Очень опасно могло быть. А где там Кришна? Анцуфати ворвался, правда, как от полена отскочила. За такую грубую игру можно и желтую получить. А вот и тут отметился в первом матче. Мохамед Салах. Салах тащит мяч к центру. Как бьет! Так, ну, хватит это терпеть. Прошу прощения за
Ну, как говорится, ваши ожидания — это ваши ожидания. Так, ладно, погнали, все, 4 листа. First match. Что-то просто жар до Морена сразу, блин, ливнем. Сейчас должно пойти. А когда? Не первый матч Колом. А когда второй не Колом? Не обижусь. Всем привет и добро пожаловать на замечательный футбольный вечер. Для вас сегодня будут Юрий Чернанцев и Константин Генич. Встреча нас, что надо, это Division Rivals. Захватывающая игра нас ждет, и это здорово. Отличный матч ждет нас, Георгий. Не вижу ничего такого, что говорило бы об обратном. Видимо, вот он, тот самый формат. С Джудом Беллингемом в центре. Видимо, вот он самый пушечный формат, который нужен. Да ёб ту! А когда они пропускали первыми? Есть хороший шанс открыть счет в матче. Так, сразу. Ну, как бы эксперт сказал, Максим сделал моментально. 1-0. Сейчас будет веселее. Габриэль Мартинелли. Сюди. Уверенно выбирает мяч. Ну, вообще, ну, как-то он не хочет. Трент Александр-Арнольд. Ну вот, свободная побежали, зона. Побежали. Блин, и тут хавают. Один соперник отыгран, отлично. Идет вперед он. Работали. Ну где помочь? Беллингем. Где помощь? О, у меня тоже Беллингем. Смотрим за атакой, стремительно она развивается. Маррата, забивать нужно. Молодец. Не пробить облако. Великое спасение он сейчас сделал. Как успел, как среагировал. Да он быстрый пасик. Он, а? Вот это-то как я уже отобрал. Причем Джуд Беллингем. Удара ждем. Хорошо. Последнюю секунду мяч выбит. Чиаут. Отлично. Отлично отработали. Да, блядь, счет он у меня вот эти. Беллингем. Слушай, как-то он возит нормально, кстати. Ворота все ближе, хорошее движение вперед. Оставляет мяч. И спасает тут игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто ну, блин, я даже не успел туда закрыть. Но нет гола. Да, возможно, это был сейф. Смотрись, беги. Муса Диаби. Так, ну ладно, один мяч всего. Акунья. Проигрываем в целом, ничего страшного. Джуд Беллингем. Акунья. Не похоже, просто дойдет до адресата. Как здорово сейчас играет защита. Да, блин, вообще нереально. Самый простой и надежный способ в такой ситуации — просто-напросто выбить мяч. Что это такое? Мяч переходит в атаку. Главное не терять темп. Удар есть. Какой опасный удар получился. Ладно, мяч пока я не проигрываю два мяча, потому что можно... каких-то считанных сантиметров. А вот это может плохо закончиться. Может все плохо закончиться. Ну забеги. Муса Диаби. Тяни. На дальний. Подача на Мартинелли. На ближнюю. И бьет он. В игре вратарь. Хорошо было. Модрич. Не проходит удар. Угловой, есть шанс сравнять счет.
Джуд Беллингем. Мяч у Трента. Офсайд это похоже. Вот не верю, честно, что там был офсайд. Требую проверку. С мячом Джуд Беллингем. Чистый отбор, обошлось без фола. Вот честно, вот если бы не поль, вообще бы можно было бы выключать бы давно. Очень здорово прессингуют они. Ну, еще нужен такой же спасти. И есть вариант, куда сделать пас. Нападение. Келли. Мартинелли с мячом. Криштиану Роналду. Ай, хорошо было, но... Ляо. Мяч теперь будет у соперника. Уже перехватили. Лука Модрич. Акунья. Хорошо в прессинге играет соперник. Шикарно высокий прессинг, и мяч снова у них. Отличный блок. Акунья. Они уверенно продвигаются вперед. Атака должна получиться опасной. Ну, игра продолжается, вратарь только отбивает мяч. Я в шоке. Мимо! Как он не попал? Прекрасный был момент, чтобы сравнять счет. Обидно, конечно, упускать такую возможность, но теперь что нужно скорее надо? Время забыть и создавать новые моменты для взятия ворот. Мяч потерян. Все возможности для контратаки супер, перед ними. Длинный пас там жулял. Хороший пас вверх и вперед. Не боль, смогла боль. Атака развиться дальше. Лука Модрич. Судья решил много не добавлять. Минуту до конца. Алекс Гринвуд. На этом первый тайм заканчивается. Судья отправляет команды на перерыв. Начинают второй тайм команды. Джуд Беллингем. Виктор Осимьен. Перехват, они снова с мячом. Феликс. Какой момент для Феликса? Вратарь в деле, отражает удары. И прямо в центр штрафной мяч летит. И здесь ничего опасного не возникает. Момент для удара! Вот это чудеса в исполнении облака. Похоже, только ему одному понятно, как он смог вытащить этот мяч. Опасный момент, но вратарь в порядке. Красавец. Да, упускает команда 100% шанс отличиться. И в центр штрафной подача. И правильно, долой мяч из штрафной. Трибуны явно недовольны решением арбитра. Они уверены, что тут был пенальти. Если они будут играть быстро, то может получиться неплохая контратака. Какой финт! Великолепно! Подача в штрафную. Опасно! Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Есть вариант для паса. Калабрия. Да какой-то тип поставил, я не знаю. Забивать. Видел, нет? Там такой и момент был, чтобы забивать. Просто вообще, я не знаю, как Диаби просто по пустым воротам не пал.
Ладно, надо просто сойти из череды цвета. Но как это сделать. Я и так вообще без финтов играю. Добро пожаловать на Рамон Санчес Писхуан. Все здесь готово для проведения нашего матча. Будем пробовать. Мало практики. Ваши комментаторы сегодня. Наш выбор пал на встречу в рамках Division Rivals. Без сомнения, матч этот вы не зря выиграли. Спасибо, Георгий. Интересно будет посмотреть за предстоящий матч. И многие ждут от него захватывающей борьбы. Ну и мы, конечно, в их числе. Игра началась. Смотрим. Посмотрим на состав. Голкипер Алисон Бейкер. Хьюз Дант в защите сыграет с Роналдом Куманом. Клаудио Маркизио начинает с Бланом в центре полузащиты. В нападении сыграет Уэйн Руни. Габриэль Жезус. В последнюю секунду мяч выбит. На экране стартовый состав гостей. В воротах Ян Облак. Маркос Акуни начинает вместе с Трентом Александр-Арнольдом на флангах обороны. Джуд Беллингем сыграет с Лукой Модричем в центре полузащиты. И в атаке Морено сыграет вместе с Габриэлем Жезусом. Беллингем. Маркос Акуни. Отлично сыграно, мяч перехвачен. Уэйн Руни будет одной из главных угроз для соперника, и к этому нужно быть готовым. Владение ключевой компонент футбола. Если в вашем составе есть такие игроки, то сможете решить мяч и вынуждаете соперника ошибаться. Проблем с контролем у вас не возникнет. Я не знаю, не помню, ВКонтакте мы там сдружились или нет. Пау Торрес. А интересно, он до сих пор будет играть? Тут Бенгер, у него может что-то получиться в атаке. Это офсайд, атака закончена. Ему надо пожелать этот платиновую награду. Снейд. Эшли Невилл. За прохождение всех карьерных модов. Уэйн Руни с мячом. Как здорово защитник сыграл сейчас. А вот сейчас может быть опасно. Маркос Акуни. Акуни. Подача на дальнюю. Опасно могло получиться, но никто до мяча так и не дотянулся. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Потенциально этот момент был очень опасным, а в итоге лишь угловой удар. Пас дальше не прошел, перехват. Пау Торрес. Александр Арнольд. И пробуют они мяч перевести. Габриэль Жезус. Маркос Акуни. Отличный перехват, очень вовремя. Ляо. Очень хорошо они держат мяч. Нужно дождаться верного момента. Но что-то пошло не так, и владение они теряют.
Есть куда пройти Диаби. Отличный момент. Есть. Мяч в сетке. Есть первый гол в сегодняшней игре. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Снейдер. Эшли Невилл. Жереми Доку. Хорошо отдает в движение. Как быстро все меняется в этой игре. Мяч в воротах, и у нас снова ничья. Беллингер. Маркос Акуня. Попытка обострить игру. Это вне игры. Боковой уверенно поднимает флажок вверх. Слишком рано пошел пас. Атака получилась неплохой, но немного терпения, и она стала бы опасной. А так мяч уходит к сопернику. Уэйн Руни. Нужно забивать и выходить вперед. Хорошо, вратарь играет. Идет мяч в штрафную. Выносит мяч из штрафной. Ничего опасного. Снейден. Мяч все ближе и ближе к воротам соперника. Перекладина играет за вратаря. Очень здорово они все сделали в прошлом моменте, но, к сожалению, в завершающей стадии точности им немного не хватило. Габриэль Жезус. Габриэль Мартинель. Не получилось тут ничего опасного создать. Клаудио Маркизио. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. С мячом Габриэль Мартинелли. Уэйн Руни. Эшли Невилл. Она здорово держит мяч и двигается к воротам. Судья дает свисток на перерыв. Первый тайм закончен. Алло, алло, на связи, просто я тут немножко отходил, сейчас минут 10. Возвращаемся мы в игру, и команда начинает второй тайм. Очень упорный матч у нас, и счет на табло равный. Это Жереми Докю. Хорошо бы принять такой пас. Куман. Рональд Куман. Еще чуть-чуть. Гол мог быть. Муса Диаби. Кажется, пора делать заменочки.
Слушай, блин, на самом деле начал побыстрее пасики давать, как будто отличная реально отличная игра в отборе, будет вбрасывание. Попроще стало. Летний шут, все-таки поистал. Тройная замена, это настоящий баба. Давайте. Соперник будет с мячом, не получилось его сохранить. Эшли Невилл. Рафаэль Ляо с мячом. Хорошо двигается с мячом. Мяч у Жереми Докю. Ну и шайзе! Да-да-да, вообще тема хорошая, только вот реально. Вообще не получается, вот не чувствую, я не знаю. Как-то очень мало играю, и у меня нету вообще чувства игры. Не знаю, сколько надо сыграть, чтобы прям реально... И произойдет замен. Все просто зашли до партийного отца. Это ладно, Акунья. Я все увидел. Александр Арно. Пасли точный, мяч уходит за боковую. Не получается сохранить мяч. Джуд Беллингем. Мяч у Семен. И на месте голкип. Фига себе, хорошо тут митинг. Ляо. Отдавать мяч нужно, есть там. С мячом Джуд Беллингем. И мяч снова у них. Джуд Беллингем, фига себе. Просто... Муса Диаби с мячом. И коронавесит. И такое бывает. Первого же попавшегося игрока мяч попал. Команда отказывается. Судья все видит, но дает атаке продолжиться. Ляо. Ащет вперед мяч. Сон Хэнмин. До ворот уже было недалеко, но мяч отобран. Муса Диаби. Старый Криш. Ищут они разные варианты для атаки. Маркиз. Рональд Куман. Рафаэль Ляо с мячом. Теперь владение переходит к ним. Отличная игра в отборе. Можно контратаковать на чужой половине поля. Много свободных зон. Не получилось контратака. Соперник успел сесть в оборону. Ждут болельщики гола, но пока что и команде никак не удается выйти вперед. Есть удар! Отличный сейв вратаря. Хорошо, мы сейчас по статистике видим, что они просто-напросто не создают достаточно опасных моментов у ворот соперника. И думаю, это весьма давит на них. Нужно им побыстрее мяч в зону атаки доводить и использовать все. Просто момента это даже не было. Один момент, полумомент, просто вот как раз. С пустого угла. Свободное пространство именно на чужой половине поля соперника. Не каждый решится на такое сразу трех игроков менять. Легким движением ноги оставил соперника, не удел. Но все-таки для обороны все заканчивается хорошо. Со второго раза получается отобрать мяч. Виктор Осимьен. Чисто отобран мяч. Муса Диаби с мячом. Но в игре оказывается атакующий игрок. Просто. Лоран Блан. Клаудио Маркизио с мячом. Сон Хунмин. Здорово получается продвигаться вперед. Мяч ушел в бал.
мяч потерян. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. Ну как так плохо-то? Просто все вообще не так. Роналду. И уже вблизи своих ворот мяч ему удается перехватить вовремя. Еще остались силы, значит, нужно идти вперед. Если получится забить в этой атаке, то у соперника будет очень мало времени, чтобы отыграться. Трент Александр-Арнольд. Акунья. Головой пас еще делать. А вот это может быть... Рафаэля! Пиздец. А вот и гол! Да, ничьей, скорее всего, сегодня мы не увидим. А ведь игра до этого момента шла относительно равная. Но теперь вот этот мяч может решить исход всей встречи. Льюис Дан. Какими с мячом? Эшли Невилл. Ашраф Хакими с мячом. Мяч снова у Гризмана. Сон Хунмин. Он блокирует опаснейший удар. И все на этом. Гости не смогли отыграться. Они проигрывают этот матч. Тишина повиснет в их раз... играть или чтобы я играл. Давай на связи.